Ой-ой-ой, ой, как все. За деньги этого было поприятней. Ми ще про це з вами поговоримо. Давайте на голову сразу, мені нравится. Як ви це робите? Туда немножечко, туда, туда, туда. Який розмір для жінки найкращий? К этому всему есть определенные инструменты. Ух ти. Детка, давай будем работать с тобой. Це саме та ситуація, да, з вашим чоловіком. Не будем брать другие расы, у которых размер внушительный. Нічого собі. А потім я так видихаю, говорю, так, стоп. Я не знала, я перепрошую. Не дивлячись на її пікантну роботу, вона говорить, що найсексуальнішою частиною нашого тіла є те, що знаходиться ось тут. В ексклюзиві ексклюзивний гість, власниця школи сексуального мистецтва, сексолог та психолог Тетяна Чорна. Вітаю вас. Здравствуйте. Танечка, як ваш настрій сьогодні? Прекрасно. Слухайте, ну, дивлячись на ваші регалії, психолог, сексолог, все, що я тільки що перечислила, NLP-коуч, я все ж таки пропоную... Гіпнотерапевт, останнє, прошу прощення. Ми ще про це з вами поговоримо. Все ж таки пропоную розпочати з вашої освіти. Наскільки я знаю, у вас їх аж 4. Так. На кого ви навчались? Юридическое перше моє було образование. 2. Потом я начала строить дом. Мне показалось, что дизайнеров недостаточно, мне нужно выучиться на дизайнера. Вот поэтому я обучилась еще этому. Творчая работа. Получила, да, диплом специалиста, получила дизайнер ландшафта и интерьера. А потом я все-таки решила, что психологическое образование мне прямо вот очень нужно. А чему юридичного света не привабило вас? Это была детская мечта. У меня папа милиционер был. Вот. И я всегда себе представляла, что я такая в синей форме, с погонами. Вот у меня юбочка-карандаш. Я вся такая красивая, хожу на работу. Вот мне так это виделось. Ну, конечно, реальная жизнь показала немножечко все другую, да, историю. Поэтому вот так. А дизайнерскую работу чему не продолжили? Знаете, было... Побудовали дім, так? Да, все сделала самостоятельно. Вот. И когда меня попросили, когда меня приходили ко мне люди и просили делать что-то за деньги, у меня ничего не получалось. Вот когда ко мне приходили друзья, говорят, помоги вот там сделать, оформить, тогда все идет отлично. Только переходил вопрос денег, все, в у меня ступор. Ну, бачите, це така також творча робота, в да. принципі. І коли робиш, мабуть, не за гроші, то воно і натхнення більше. Ну, звісно, я би так не сказала. За деньги цього було поприятніше. Ну, так. Но у мене так не вийшло. Будемо так говорити. Школа сексуального мистецтва. Як взагалі виникла ідея саме її створити? Тому що, наскільки я знаю, вона єдина в нас, так, в Кропивницькому. І взагалі, як ви наважились публічно говорити про секс, про все, що дотично до цієї теми. Ну, начнем з того, що це була не школа сексуального искусства изначально. Це було таке духовне розвиття. Вот. Но, как показала практика, что без материи и реальных жизненных вопросов к духовной теме мы никак подняться не можем, пока у нас не решены базовые вопросы. Я имею сейчас в виду именно женщин. Вот. Поэтому и родилась такая идея, что вот мне недостаточно психологического образования, оно само по себе как бы вот уже изжило себя. И я пошла обучаться дальше. Вот. Я стала... тренером вомбилдинга, потом тантрического секса и мастером сексуального искусства. Добре, а школа тоді як зародилась? А это уже вот прошел процесс, когда вот уже приходят ко мне клиенты, да, мы начинаем говорить, что самое больше интересует женщину. Отношения, конечно. Если в отношениях все в порядке,
то, в общем-то, все остальные задачи, которые есть у нее, она решает самостоятельно. Если в отношениях не все в порядке или есть какие-то вопросы, тогда, конечно, и работа не ладится, и подружек нет, и не ладятся вот еще какие-то общественные моменты. Вот как-то так. Поэтому оно просто вот все дошло к этому. Чому конкретно ви там навчаєте? Можливо, це якісь курси, напрямки. Наприклад, якщо індивідуально жінка приходить, це зрозуміло. А от, можливо, групою якісь базові курси у вас є? Да, є і групи. І що саме? Да, все, починає від того, як себе позиціонувати, тобто нарабатывається уверенность в себе, то, що не вистачає іноді жінкам нашим. Вот, что я как бы у себя есть. Мы начинаем с этого. А как вы думаете, вот взагалі у нас суспільство, воно сексуально освічене чи ні? Я бы сказала, это такой очень-очень низкий уровень. Запущенный процесс. Ну, запущенный, возможно, знаете, может быть, кто-то считает, что он очень сильно в этом продвинулся, но когда ты начинаешь сталкиваться, понимаешь, что ой-ой-ой, ой, как все... Ну, есть то, что есть. Я считаю, что, да, эта тема достаточно табуирована, но, тем не менее, она есть. Я считаю, что о ней нужно говорить, потому что все как бы... Мы все вышли оттуда. И как бы странно не было, но как бы де родився, там и пригодився. Як гадаєте, можливо, з маличку потрібно готувати дітей, наприклад, навчати їх, розповідати про секс? Тому що зараз, в принципі, ну, дитина, по суті, сама дізнається. Або з вулиці, або там, батьки розповідають. А можливо, в школі треба запровадити якусь дисципліну. Ну, от як і завжди, що ми, наприклад, наше покоління узнавали то ли від подружок, то ли з вулиці. Да, то ли от каких-то старшего немножечко поколения, но только не от родителей, ни в коем случае. Эта тема была абсолютно закрыта. Дети брались то ли с капусты, то ли аист приносил. Ну вот, вот так. Конечно, я считаю, что детям нужно не то чтобы говорить об этом, но не стесняться, что да, это есть. Не стесняться при детях обниматься, целоваться, то есть показывать свою любовь. Ведь когда мы видим, что родители любят друг друга, и мы растем в любви, это же отлично. По-моему, так. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы в школах было это образование, потому что я, например, заметила такую тенденцию, что до сих пор в наших школах, я не знаю, как в Киеве, возможно, там уже что-то продвинуто, но в нашем городе скрепочкой закреплены эти странички, где рассказывается об органах человеческих и о половом воспитании. И вот это биология. Вот все перелистывается. То есть эти темы вообще не обсуждаются, их нет, их не существует. А не думали запропонувати, можливо, міській владі або ж на вищому рівні? Конечно, я буду к этому идти, и вот у нас будут все-таки выборы, я надеюсь, они пройдут. Вот я хотела бы выставлять свою кандидатуру. Ух ты. И поэтому, конечно, я буду об этом говорить. На місцевих будете балотуватись? Да. На міського голову чи в депутати? А, давайте на голову сразу, мені нравится. Добре. Ми говорили про те, як дитина дізнається про секс. А ви пам'ятаєте, як ви дізнались вперше? Що таке секс і звідки ви взялись? Да, я помню. Як це було? Мне рассказала моя подружка, она была на 2 года старше, и, в общем-то, даже не она, а у нас была компания, вот немножко старше. Сколько вам было? Мне было 12 уже, я уже достаточно была взрослая девочка, но так как, и у меня, кстати, 2 старших брата, но все это было так закрыто, им никому ничего нельзя было говорить, это была страшная тема, вообще закрыта, и... Мы, конечно, выпили что-то. 12 да. Років. Не я, мои вот, те, которые старший класс был. И подружка этой моей подруги, приятельницы, начала о чем-то рассказывать, вот о каких-то своих отношениях там с молодым человеком. Я помню, я сидела, думаю, о чем это? Что она такое говорит? Может быть, не 12, может, где-то лет 11, вот так, к 12 ближе. И я была просто поражена этой историей. И потом я к ней на следующий день пришла. Говорю, что это? Ну, расскажи. Детали. Да, давай, я хочу это услышать. Ну, вот так вот как бы я узнала. А перше кохання, пам'ятаєте? Да, конечно. Яке воно було? Поглощающее.
Ух ти! Тут вже я потребую деталей. Оно было и первое, и впоследствии я вышла замуж за этого мужчину. То есть у меня такая была сказочная романтическая любовь. Який з жіночих хитрощів, жіночих інструментів є найефективнішим, щоб задовольнити чоловіка, налаштувати його на хороший настрій, на хороший лад? Що ви можете порадити нашим дівчатам? Ну, нет вот такого вот конкретного, да, инструмента. Угу. Есть понятие, что мы хотим получить в данный момент. Угу. Да, что женщина хочет получить в данный момент. То ли она хочет расслабить, то ли успокоить, то ли настроить, то ли возбудить. Ну, то ли там банальный какой-то подарок, да, получить. Угу. Вот. И, конечно, к этому всему есть определенные инструменты. Есть и всевозможные техники, массажи, как встретить мужчину, как накормить, как вот сделать так, чтобы плавно подвести ему к тому, что мы, собственно, хотим от него в данный момент. А какие техники массажей вы пропонуете? Да всевозможные. От релакса, расслабления до эротического. И если девчина приходит до вас на мастер-класс, вы прям показываете? Конечно, на ней же самой. На ней? Да. Угу. Чоловіків не запрошуєте, як експонатів? Нет. А чи є якісь ті ж самі жіночі хитрощі, за допомогою яких можна втримати чоловіка, і чи необхідно взагалі це робити? Нет, я бы это не практиковала и стараюсь не давать таких рекомендаций. Если ко мне приходят женщины, как удержать, я сразу говорю: детка, давай будем работать с тобой. А там посмотришь, надо ли тебе это или нет. Чи він втримається сам, чи ні. Или оно тебе, возможно, когда женщина нарабатывает уже себя, она просто видит это по-другому. Поверьте, просто она совсем по-другому это видит. А ви вірите, що жінки бувають фригідні? Ой, нет. Нет такого поняття вообще. Я би сказала, що, знаєте, це видумали, наверное, все-таки либо какие-то неосознанные мужчины, либо какие-то женщины, которые вот лентяйки. Або просто не хотіли того чоловіка, який був поруч. Да, возможно, і так. А от приходять з такою проблемою? Да, приходять, очень много. А вы знаете, есть статистика, что 72% женщин не получают оргазма вообще и никогда его не получали. Сколько сейчас учениц у вас навчается? Сейчас у меня, я немножечко больше переквалифицировалась на индивидуальную программу, угу. Потому что, ну, если честно, то так проще. Ну, мабуть, ефективніше. І ефективніше, і менш енергозатратно. Тому що, коли ти працюєш на групу, ти більше викладаєшся. Це достатньо цікаво, тому що це поле працює. І це достатньо цікаво. Але так як зараз я немножечко поміняла і кабінет, то зараз груп я не збираю. Угу. От зараз думала вже з Нового року зібрати опять групу, але все якось не доходять руки. Достатньо, ну, багато клієнтів індивідуально, і мені добре з ними комфортно працювати. А скільки коштує от курс такий? Якщо курс? Так. Ну, курс до Нового року стоїв 4 тисячі гривень, угу. А от після Нового року я б запускала другу ціну, звісно, вже подимала б її. А індивідуальне? Индивидуально, смотря что. Если женщина приходит именно как к психологу, это угу. Одно. Если она приходит как к психологу-сексологу, это другая цена. И есть разница по цене с мужчинами. А багато чоловіків? Да, есть. Я не могу сказать, что много, но есть мужчины, да. Є проблеми і питання і в чоловіків, конечно, так? Конечно, да. А з якими найбільш популярнішими питаннями приходять і жінки, і чоловіки? Ну, що женщины в основном, много очень женщин приходят из-за измен мужчины, недовольство собой, что-то произошло в сексе, скучно. Вот. А мужчины, многие приходили, ну как многие, некоторые были у меня манипуляции женские, угу. Все-таки у нас это где-то встроено. И это действительно очень печально, когда все-таки мужчина приходит настолько разбитый, не маніпулюють жінщина. Це печальна до тієї ж жінки приходить. Ну, приходить, тому що другого виходу нет. Или он його просто не видит. Угу. А, возможно, є і другі же варіанти, і сім'я, і діти. Ну, то есть, у кожного своє. Поэтому вот так. Що для вас є жіночність і сексуальність? Як ви можете описати? Яка жінка сексуальна і жіночна?
Это просто внутреннее состояние. Это не зависит от внешнего вида, от того, как много она занимается сексом, либо не занимается вообще. Это зависит вот от внутреннего состояния. Я такая, и все. Вот я есть. Я нравлюсь себе. Я кайфую от того, что солнце на улице, то, что я сегодня кофе пью. Я здорова, и меня это больше ничего не волнует. Вот когда такая женщина идет по улице, ее всегда видно. І тоді ми говоримо, от вона сексуальна. А це залежить від віку? Наприклад, коли дівчина любить себе в 20 років, ну, приймає себе так, такою, яка вона є, і ті обставини, які навколо неї, чи коли, наприклад, 50 жінці. Чи це залежить від віку? Я б не говорила то, що... Возможно, звісно, туди далі з'являється опит, з'являється от це от відчуття самодостаточності. Впевненості. Так, да? Да, уверенності в собі, от... Да, я вот такая, да, может быть, с чем-то не справилась, может быть, что-то было не так в моей жизни, но это моя жизнь, и я ней горжусь, и я ее принимаю, и я принимаю себя. И сейчас это не говорится о том, что вот, знаете, есть разница любить себя и быть самовлюбленной. То есть это не об этом, это о том, что вот просто я себя принимаю. А коли ви прийшли до цього в своєму житті, що ви себе прийняли? Ой, я всегда была такая уверенная в себе, просто даже неудобно говорить об этом. Вот, поэтому я даже не могу сказать такого. Знаете, вот, может быть, в детстве еще, когда мама моя говорила, это неприятные вещи, но они были, да, действительно. Мама говорит, боже, какая ты страшная, господи, что ж такое с тобой не так, и худая такая, и волосы ужасные. Я думаю, боже, ну почему я такая страшная, ну как так? Вот. А потом, знаете, один, вот я немножко начала подрастать и начала видеть, как на меня вообще реагируют окружающие, я поняла, да, мама, эй, стоп, это вообще не так. И вот, вы знаете, я даже не обижаюсь на нее, и даже у меня нет каких-то к ней вот претензий. Угу. Она действительно вот в тот момент, может быть, дала мне и тот импульс, чтобы я начала смотреть на окружающий мир. Не только то, что происходит у меня в семье, а на тех людей, которые меня окружают, как они меня воспринимают. А у вас є дві чудові прекрасні да? доньки. Як вони сприймають, як реагують на таке захоплення? Ну, младшая вообще сейчас безразлично, что я там делаю, она просто мне ставит лайки и все. Вот. А старшая, конечно, интересуется, у нее уже появляются вопросы. Когда я этим только начала заниматься, и такая пришла к ней, говорю, так, Лиза, вот, нужно делать вот это и вот это. Она такая, мама, нет! Я говорю, пожалуйста, там, не хочешь подписываться ко мне, подпишись там к тем, тем блогерам. Если у тебя будут вопросы, тогда спрашивай. Это еще было так вот. Нет. А вот теперь она там что-то спрашивает. И появляются же подружки у нее. Что-то она слышит где-то. Что-то ей рассказывают. И она сейчас вот больше, по большей части она говорит об этом. По большей части она спрашивает. Там, я прочитала одну статью. А ну-ка, я недопоняла там что-то. А ну-ка, объясни. Вот я и объясняю. Ну, в ней зараз підлітковий вік. А як ви справляєтесь? Цим. Є якісь проблеми, можливо, питання? Ну, абсолютно ніяких. Все добре, так? Я не знаю, я настільки к этому вот отношусь просто. Вот я считаю, что если у нас есть какие-то вопросы, это всего лишь опыт. И она же бывает там вспылит. Это возрастное, это нормально. И если у нее что-то не получается, я всегда говорю, что есть я. Если ты можешь ко мне обратиться, пожалуйста, обратись. Если как бы нет, ну извини, дорогая, значит, сама. Тогда сама. Вот. Ну, как-то так. Таких, чтобы были какие-то проблемы, или я как-то вот испытывала какой-то дискомфорт в воспитании, то такого нет. Чем захоплюются девчата зараз? Обе танцевали, но сейчас обе не танцуют. Младшая рисует, любит рисовать, вот, рисует. И еще ходила на пол-дэнс. Вот. Ну, потом немножечко у нас сместилось школьное там занятие. Но все же вот хочу туда же опять. А, вот. А старшая, так как ЗНО, мы сейчас все, вот как бы все силы готуются туда. Готуются все, так? Да. А, ще з маличку, кто для вас був більшим авторитетом, батько чи мати? Мама была бесспорным авторитетом, но папу я боготворила. А чому так склалося? Мама была у нас очень строгой женщиной и властной очень. Она была для нас вообще недоступным чем-то. У меня два брата. Мы боялись рот открыть.
Мы знали, когда она придет с работы, у нас все идеально блестело. Кем она працювала? Она была ревизор, тогда это было такое... Тому и блестило все, так? Да, она проверяющая была рестораны, кафе. Ну, кафе не было, тогда были столовые и рестораны. Угу. Вот. Ваше дитинство і дитинство ваших доньок. Чим воно відрізняється? Що ви даєте своїм донькам? Те, чого, можливо, не додали ваші батьки вам? Любов. Я говорю їм об этом. Я їх обнімаю, я їх цілую, я говорю, що вони мені самі прекрасні, самі лучші. Я їх люблю. А в дитинстві вам не вистачало, так? Ні, моя мама... Чтобы моя мама сказала, что она меня любит, я не знаю, что нужно было сделать для этого. Ну, короче, от нее я этого не слышала. А батько? Папа был очень нежным, очень заботливым. Вот от него я слышала всегда много любви, он давал мне много времени, и он боготворил меня просто. Ви папина донька, да. Мабуть. Що зараз найскладніше в ролі мами для вас? То, что у моих детей нет такого отца, который был у меня. Ну, вони ж спілкуються, все одно з батьком. Да, но это же расстояние. Это не то, когда каждый день ты можешь рассказать о каких-то своих достижениях, о своих каких-то, да, маленьких, но несчастьях. И вот для меня это было всегда, я всегда папу ждала. Работы. Я знала, что он придет, я знала, что он что-то мне вкусненькое принесет. Я знала, что... я помню, когда он... Я слышала, когда открывается дверь, я уже бежала. Я никогда не сидела вот так вот ровно и там не ждала привет. Я бежала к нему всегда навстречу. Я знала, что он меня обнимет, что он спросит, как я. Дотя, все, идем там, мы сейчас будем там то готовить, это будем кушать. Вот у нас такой был процесс. Давно не стало батька? Папы не стало в 2016 году, в октябре. А мамы в 2019 году тоже в октябре. Як ви тримаєтесь, знаючи, що немає батьків? Я абсолютно спокойна. То есть, как вы уже сказали, я же начала с улыбки Моны Лизы. Духовные практики наработала в порядке. И поэтому, куда душа возвращается и что она делает, для меня как бы не секрет. Поэтому я воспринимала... папину смерть я восприняла очень тяжело. Вот, потому что это еще было не наработано. Это было вот как обычное состояние, когда вот умер близкий человек. Вот, я горевала, я... Нет, я не плакала, но я горевала. Угу. Вот. А мамину смерть я уже восприняла более как адекватно, нормально, спокойно. То есть вот так. Дивлячись на все ваше життя, який момент, який етап був найголовнішим у житті і найскладнішим? Ну, головний момент, він ще не наступив. О, да. А чого чекаєте тоді? Ну, як всі, наверное, да, конечно. Как большинство. Не то чтобы я его жду, нет. Я в балансе, мне хорошо. Но тем не менее, я не могу сказать, что вот я абсолютно комфортно себя чувствую, что я не могу сказать, что я одна, и не могу сказать, что я одинока, да? Но тем не менее, мне хочется приходить домой, чтобы мой мужчина меня встречал, обнимал, спрашивал, как прошел день. То есть этого мне хочется, я не буду этого скрывать, мне бы было так приятно. Вот. А самый тяжелый момент, к счастью, он уже прошел, это был мой развод. Ну, я вас вітаю, що цей момент вже пройшов. З приводу вашої роботи, як можна вас знайти? Ви в Інстаграмі, в Фейсбуці? Так, да, я в Інстаграмі, в Фейсбуці, і у мене є частна практика, собственний кабінет Дворцова 22. Угу. Тому, будь ласка, я буду рада всіх бачити, прийняти і поговорити, пообщатися. До речі, ось до вас приходять тільки одружені, наприклад, жінки, чи самотні також? Не тільки, звісно, замужні. Да, одинокі приходять. Різні приходять. А скільки ви вже так практикуєте? Ну, от уже третій год. І хочете продовжувати займатися цим надалі? Хочу. Очень. Мені подобається ця тема. Я узнаю все більше і більше.
Я еще и обучаюсь до сих пор, то есть мне как бы вот мало всего. Угу. Вот, поэтому мне интересна эта тема, я буду продолжать дальше. А как вы решили пойти на навчання на NLP-коуча? На NLP-коуча? Ну, знаете, когда человек начинает себя искать или чем-то недоволен, он начинает бросаться в разные тяжкие. Туда немножечко, туда, туда, туда. И как-то вот пришла такая информация, думаю, почему бы и нет? Угу. Ну, как бы, да, я же все-таки психолог, почему бы и нет? Можно попробовать. Да, я отучилась, я получила диплом, все как положено. И помню, и знаю какие-то навыки. Но после вот прохождения гипноза я все больше понимаю, что НЛП – это уже выходец от классического гипноза, угу. И вот оттуда это все пошло. Поэтому вот сказать, что прямо я сейчас на этом плотно сижу, то нет. Я, конечно, воспринимаю какие-то техники, что-то там беру оттуда, но вот плотно нет. Я також прочитала, принаймні, в інтернеті, що ви допомагаєте жінкам розвивати їхні інтимні м'язи. Це да, правда? Так, звісно. Як ви це робите? Розкажіть взагалі про цей процес і, можливо, з якого віку потрібно дівчині, жінці починати це робити, для чого? Там, для здоров'я чи для того ж сексу, сексуальних mm-hmm. відносин? Ну і взагалі, який результат від цього ми будемо мати? Угу. Знаете, преподаватель, которая меня обучала этому, у нее дочка ей 4 года. Вот. То есть она уже разрабатывает свои интимные мышцы, она знает, как уже это делать. Это штучка, так? Да. Вот. И говорить, с какого возраста, это насколько вы сможете объяснить своей дочери, что это ей нужно. Например, я начала объяснять тогда, когда вот... Я прошу прощения за интимную подробность, но у моей дочери болезненные месячные. И, ну как я мать, мне тяжело смотреть, да, за этим. Uh-huh. Я говорю, детка, давай начнем работать, потому что, ну, как бы в дальнейшем это может быть усугубиться. И когда, конечно, мышцы плотные, то тогда не будет никаких ни болезненных месячных, ни болезненных родов. Uh-huh. В основном это, конечно, здоровье. Мы же в спортзал ходим ради чего? Ради хорошего тела, тургу, здоровья, развиваемся. А уже потом это наш внешний вид. Угу. То есть тут то же самое. Сначала это здоровье. То есть это мочеполовая система здоровая, тем более после родов у женщины она слабая, ослабевает, и появляются разные проблемы. Дабы их потом с ними не бороться и не работать, вот, я бы говорила о том, что нужно начинать... Чем раньше, тем лучше. То есть это не говорит о том, что ко мне нужно ходить каждый день, либо вот каждый месяц, либо каждый год. Это говорит о том, что ко мне пришел человек, обучился, и у него есть инструмент. И он, когда об этом вспомнил, он уже с этим может работать. Угу. Есть запись, есть напоминание, пожалуйста. Ну и для сексуального задоволення також. Ну, конечно, естественно. Щоб нашим чоловікам було приємно. И не только мужчинам, а и себе любимой, конечно. Добре. Як ви вважаєте, який розмір для жінки найкращий? Чого? Чоловічих принад. Ну что же, начнем со статистики. От 6-7 сантиметров, как вы понимаете, это совсем грустно, да? Ну, грустновато. Но это существует. Ну и дальше будем развивать, да, эту тему. 11-15, там 17-22, ну дальше уже там не будем брать другие расы, у которых размер внушительный. И я бы сказала о том, что размер не имеет значения. А что мое значение? Навык. Любовь. Как користуватися? Конечно. То есть сейчас мы говорим о том, что да, наша там самая эрогенная зона находится вот в таком расстоянии. Ну, какой должен быть размер? Сами подумайте. Для кожної жінки є свій просто чоловік і свій Конечно. Розмір. Є свій розмір і є свій мужчина. В Вікіпедії перші три запити на ваше ім'я та прізвище звучать так. Тетяна Чорна – Інстаграм, Тетяна mm-hmm. Чорна – Фейсбук, Тетяна Чорна – Чоловік. У вас був один чоловік. Так, да, у мене був один муж mm-hmm. на сьогоднішній день. Вот.
І сказати, а чим він займається зараз, я не знаю. А скільки ви разом були? Чому розвелись? Ми були в місті в Союзі 20 років. Ух ти. Союз 20-літній, да. І 3 роки ми зустрічались перед цим, тобто достатньо такий длительний період. А чому не вдалося зберегти Союз? Почему? Да, в общем-то, все просто на самом деле. На тот момент казалось все сложно, что все непонятно, виноват только он, и вот он, да? А потом, когда ты начинаешь разбираться в себе и смотришь на реальность этой жизни, ты понимаешь, что, ну, какими я могла владеть навыками сексуального искусства, когда я была со своим мужем с 13 лет? Ну, смешно, да, говорить об этом. Вот, поэтому то, что как бы мы с моим мужем наработали, тем я и владела. Но, наверное, пришел момент, когда это уже все перестало быть интересным. Угу. Но у вас дружные стосунки зараз? Вы поддерживаете связок? Мы общаемся только на тему детей. Зараз вы в пошуку? Нет. Вы в балансе? Да. Я вас вітаю. Благодарю. В вашому інстаграмі написано, що ви стали психологом-сексологом для того, аби розібратись у власному житті. Да. А тепер допомагаєте іншим. Це саме та ситуація, да, з, да, вашим чоловіком. Да. Она дала мені вот этот імпульс для того, щоб я работала над собою з собою. В принципі, можна ще й подякувати чоловікові за те, що вас змотивував ті, ну, тими обставинами. На сьогоднішній день я хочу сказати, що я дуже благодарна йому за те, що я тепер теж живу повною життю. Ви не жалкуєте все ж таки, що ви присвятили частину свого життя саме такій справі? Сексуальній, я маю на увазі. Ну, во-первых, еще не совсем такая часть моей жизни огромная, да? Ну, розумієте, вперше в Кропивницькому заявити публічно про, взагалі вимовити це слово «секс» – це те, що було недоступно багато років. Ну, наважиться, мабуть, не кожна жінка, не кожна дівчина, і я саме тому питаю вас про це. Ні, я ні о чому не жалію, напротив. Знаєте, мы были достаточно такой популярной семьей в городе, и, наверное, только ленивый не знал, что от меня ушел муж, изменив мне. И поэтому что-то строить и говорить, какие все вот не такие, а я одна святая, было бы глупо, потому что можно было в этом зависнуть надолго. И пришло все-таки время разбираться в себе, потому что что-то было, наверное, не так. И не говорить об этом, ну, просто... Було безсмисленно. Тоді сидіти треба було вдома, закрившись, і плакати в подушку. Плакали? Ні. Правильно. Я знаю, що у вас був жіночий клуб, ви були засновницею, да, «Посмішка Монелізи». Зараз він активний? Він существує, і я працюю з несколькими людьми, іменно в цьому направленні. Є запроси іменно вот на духовне розвиття. Угу. Можливо, проекти зараз якісь є додаткові? Мона Ліза, к сожалению, Мона Ліза, это еще, он существует, но эта тема духовности, она еще более непонятна, чем слово секс и понятие сексуальности или вообще вот этой темы. Окрім цього, ви також займались благодійною діяльністю. Да. Зараз ви продовжуєте. Да, конечно, у меня есть свой фонд. Благодійний, конечно, фонд Єлизавета. Да, да, да. Честь вашої доньки. Он работає, все как. Що саме, яким чином ви допомагаєте і кому? І, можливо, зараз є якісь чи проєкти, чи необхідність, ну, у вас є можливість звернутися до наших людей також, щоб допомагали спільно з вами. Ну, сейчас ми вот был уже Новий год, перед Новим годом, да, у нас був проект. И этот проект был основан вместе с Seven Heaven. Мы ездили в детский дом. Деткам. Да. Ага. Вот. И в основном, когда я начинала этот проект, благотворительный фонд, то я как-то вот себя видела в помощи детям. Вот именно эта тема меня интересовала. Потом, когда случился и Майдан, и здесь вот эта вот вся история, мы немножечко начали распыляться и туда, и сюда, и все-таки это... Немножечко показалось, что это не очень удобно. То есть нужно иметь одно какое-то направление, и там будет больше пользы. Вот. Поэтому все-таки это дети, все-таки это детские дома, все-таки вот так. Или дома семейного типа. Вот. Поэтому, ну, как бы, те люди, которые ко мне обращались и знают меня, они пишут до сих пор, и
Я как бы есть, я на месте, я никуда не скрылась. То есть те, кто хотят помочь, они всегда знают, куда обратиться. Это не есть секрет. Дивлячись на всі ваші захоплення, те, чим ви займаєтесь, так, впродовж життя, яке ваше найголовніше досягнення от на даному етапі? Найголовніше досягнення? Ну, це, наверное, я по праву можу гордитися тим, що я одна із тих жінок, які змогли розкрутити свій розвод і своє таке вот падіння як жіни, да, і це монетизувати. Угу. Да. Тобто чорна – це вже як бренд, можна сказати і так. Да, чорна – це бренд, він був завжди, я його так і позиціонувала, ще будучи супругою свого мужа. Вот, но сейчас это, я считаю, что это мой бренд. Потому что я туда реально очень много вложила энергии и средств. Тетяна, что для вас означает секс? Особисто для вас. Секс? Так. Это любовь души. Добре. Ну, наступне запитання трішечки нелогічне, але задам. Найдовший секс у вашому житті? Ну... 6 часов. А як вважаєте, нічого собі, до мене дійшло тільки. Клас. Добре. Як вважаєте, краще довше чи якісніше? Але менш триваліший секс. А от здесь я нічого не можу сказати, тому що було і то, і інше. Поэтому как-то вот сказать продолжительность либо качество, ну тут, наверное, сам для себя это делаешь. Если оно уже вот как бы не идет, вот чувствуешь, да, вот ну не хочу, вот не надо, то, наверное, надо поставить точку. А если оно идет, и идет, и идет, и идет, почему нет? Я вам пропоную зараз звернутися до наших дівчат та чоловіків і запросити до себе в школу, якщо є така нагальна необхідність. Будь ласка. Я очень рада буду приветствовать всех, кто ко мне будет записываться. Приходите, пожалуйста. Я буду рада помочь в ваших вопросах. Мне приятно работать с людьми. Я люблю свою работу. Я горжусь тем, что я уже наработала. И, пожалуйста, приходите. Дворцовая, 22. Записывайтесь в директ. Я отвечу каждому человеку. Дуже важливо в своєму житті дотримуватись балансу у всіх сферах. Яка ваша найслабша сторона, яка може все ж таки вибити вас із нормального стану? Щоб я зараз все розказала. Да, є такий момент. Що це? Это когда что-то происходит не по-моєму. Угу. Ви власна жінка. Очень. Добре. А найсильніша сторона тоді? А найсильніша – это все-таки то, що я все равно принимаю. То есть я не перегибаю Вселенную, и если не так, это все капец. Нет, это не так. То есть я, конечно, меня это сразу... А потом я так выдыхаю, говорю, так, стоп, все хорошо. Улыбаюсь и еду дальше. Якби ви могли сказати самі собі в молодому віці, що б це було зараз? Детка, надейся на себя. И не пропадешь. 100%. Добре. У вас є зараз час на книжки? Да. Що читаєте? Що порадите? Сейчас я читаю маніпулятивні техніки. Почему-то мені эта книжка, я когда проходила гипнотерапию, то эта книжка вот как-то вот мне прямо вот так вот врезалась, да, в мое сознание. Думаю, все, ее надо прочитать обязательно. Хотя я проходила НЛП, я знаю, что это такое, но почему-то вот на тот момент оно меня так не торкнуло. И я взяла эту книжку, попросила ее в Фениксе. Угу. Это вот у них там, я ее увидела. Я взяла эту книжку, сейчас я, мне очень нравится она, я читаю. Не то чтобы... Это вот, знаете, что-то вот такое вот... Новое интересное для меня сейчас открывается. Потому что я, например, я в своей жизни очень много сталкивалась с манипуляциями и, в общем-то, сталкиваюсь сейчас.
Поэтому все-таки вот сейчас это мне интересно. А вторая моя книжка – это такая художественная литература. Я, по-моему, Анна Богинская «Жить жизнь» – вторая книжка. Я прочитала первую еще, вот как только-только она вышла. Она меня вообще не впечатлила. Думаю, да, господи, такая глупость. Пикап, мужчины, что это, как вообще? Но я же на тот момент была замужем. Угу. Для меня эта история вообще была непонятна. Вот. А теперь она тоже кинулась мне в глаза. Я даже не думала читать вторую книжку, так как первая мне не понравилась. И на офисе девочки читали, и я взяла эту книжку, думаю, ну раз она мне вот пришла. Я обычно всегда читаю книги 4 одновременно. У меня есть такая фишка. Да. И вот я ее сейчас начала читать. Да, есть какие-то несостыковки, есть то, что меня немножечко напрягает, но в принципе она заходит. Я со вчерашнего дня прочитала 60 страниц, по-моему. И прямо она так вот зашла. Хотя я ее взяла очень давно, еще месяца 2, наверное, назад. Вот я с ней проездила. И вот пришло время все-таки ее начать читать. Я ее сейчас читаю. Вот. А так я читаю много психологической литературы, которая мне нужна по работе. Угу. Вот. И по сексологии читаю сейчас. От ви згадали, знову ж таки, про НЛП-технології, скажімо так. Гіпноз ви застосовували у своєму житті? Да. О, з ким? Де? Для чого? Ну, в основному це коли вот клієнта потрібно погрузити вот в такий полусон, в состояние. Люди погоджуються, так? Да, да, тільки я не говорю, що це гіпноз. Бліц, готові? Да. Секс – це найкращий метод для? Жизні. Улюблений ваш колір? Чорний. Улюблені квіти? Рози. Найкращий вік для жінки? 35-40. Яке місце в житті жінки має займати чоловік? Основне – після себе. Яку музику слухаєте? Очень різною. Наприклад. Зараз найулюбленіша люблю... пісня. Трансове такі віщі дуже люблю. Який подарунок чекаєте на день народження? Машину. О, добре. Продовжіть фразу. Я завжди проти. Я завжди проти ізмін. Я завжди за. Любов, прийняття. Через 5 років я хотіла б, щоб мої доньки... Обычно были счастливы. Пусть они будут просто счастливыми женщинами. Вы счастливы зараз от того, что вы маете? Да. А что вы маете? Я имею себя. Я имею качественный секс. Я имею 2 детей. Я имею свой дом. Я имею свой бизнес, который приносит мне материальные блага. Я самодостаточна. Мне хорошо. Я вам дуже вдячна, що ви завітали до нас в гості. Ці квіти для вас. Бажаю вам успіху і балансу у всьому. Спасибо большое. Очень приятно. Благодарю вас, Валентина. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.